мы приехали на смотровую. Бенидорм, посмотрите, вот он, Бенник. Какая красота. Вот, сегодня с утра был дождь, но, как видите, распогаживается. Это, кстати, называется гора Бенидорм. Она везде, всегда участвует. А вот и пришел он, малыш. Пошли. Пошли посмотрим, какая красота. Ну, видите, это самые высокие дома в Евросоюзе, вообще в Европе. Здесь самые высокие здания. Вот Бали и Интьемпо. Да, по-моему, так. Ходу, смотрите, вот он, блогер, вот он, хайп, вот это да, что ты здесь делаешь, Леха, здорово. Ой, привет. Здорово. Как мы разыграли, мы хорошие актеры, мы знакомы уже 4 года. Случайно пришел сюда. Да, случайно, шел, такса тревел встретил. Опа, а вот он символ такса тревел, пожалуйста. Нельзя, ты на кого прыгаешь, не прыгай. Вот такая встреча, видите, в Бенидорме. Супер. Да. Вот интересная ситуация. Посмотрите, как летают птицы, как кондоры. Есть такие птицы, которые живут и гнездятся на 4-5 тысячах метров. И здесь то же самое. Посмотрите, какая. Ветер очень сильный. А вот видите, как прицел, такая выемка. Это да, гора Бенидорм. А мы были с той стороны на самой высокой горе 1540 метров. Да. Это была самая высокая вершина Аликанте, да. Так что вы можете видео посмотреть. У нас есть, как мы с собачкой поднимались на гору. Но эта гора была с той стороны. Самая высокая гора Аликанте. Так, читаем, что написано. Ага. Значит, в 1961 году какой-то падре, отец Сальвадор Перона, установил крест здесь. Откуда, да, Сан-Хайме и Санта, и Святой Анны. Здесь есть церковь, мы ее посетили, храм. И вот, пожалуйста, здесь все это как бы запечатлено, как они несли крест. Вот это побережье Леванта. И, кстати, эта церковь, она находится в старом городе, в старом Бенидорме. Мы там побываем, да. Так что вот такая ситуация. Информационный щит. Так что, солнышко, давай свети. Сразу, как солнце выходит, сразу теплее, конечно. И здесь хорошо, что нет ветра. Ну что ты, сынок? Иди ко мне. Давай. Ай, молодец. Это противоположная точка Бенидорма. А мы только что были
Вот на той стороне. Опа, попал я. Арчи. Даже висит желтый флаг, и, как видите, сидит, ну, можно и не видно, но сидит спасатель. Так что, пожалуйста, хотите, купайтесь, но желающих пока мы не видим. Гора Бенедорм, на ней есть даже жилые постройки. Дальше едем в старый город. Просто какая-то историческая достопримечательность. Лианы такие, очень интересно. Вообще, я даже не представляю, сколько лет может быть такому большому. А? Класс, это можно фильмы снимать про джунгли. А где же наш сынок? А он с Лешей. Ко мне! Ай-яй-яй-яй-яй, потерялся зубастик, а? Улыбайся.
на почисти подвески. Называется «Помой подвеску», да? Ну давай свою, помой свои лапки по травке. Ай, молодец. Мой автомойка днища, да? Совсем забыл про родителей, да? Хорошо, что собакам не нужно носить... Что? Маски, правильно. Отлично. Им в этом везет, конечно, что не нужно носить маски. Алексей, у меня к тебе вопрос. Почему тебя любят собаки? Почему? Почему он бросает хозяев и бежит за тобой? Что это такое? Это новый человек в компании. А, новый, да? Это новый человек в вашем мире. Вот. Чтобы планет спустился, потом да. Я не скажу. Новый полет. Да. Забывает на хозяев. Ну, пространство, что я попал в новую страну. Мне кажется, что... Ему надо дать попить, может быть, водить.
я нашел. Очень древняя вещь. Наша фирменная стучалка. Вы видите, как заржавела? Возможно, ей больше века. Это старый город Бенедорма. Обещал показать, пожалуйста. Снова Хуана и Анны. Солнышко и потеплело. Сразу стало уютно и хочется жить. Почему не жить достали? Вот был подъемный, вот, пожалуйста. Видно древнего этого замка. Да.
можно ходить. Вы знаете, ощущения не очень приятные. Набирали воду, значит была питьевая вода. Немножко запотело, но что-то есть. Чайка сидит на гнезде. Ее папа, а мама высиживает будущее поколение. И вот еще там, посмотрите. Бенедорм, всем умершим в море. Вот, пожалуйста, вот такая вещь.
Это будете кушать, будете выглядеть как вот, вот эти люди немножечко. Ситненько. Вы когда-нибудь видели корову на роль? Самое интересное, что ее привязали, потому что есть возможность угона. Вы представляете? Успокойся. Он просто с ума сошел, бедняжка. Ой-ой-ой. Я возмущен, скажи, как это так? Ничего себе. Ой-ой-ой-ой.